Приветствую всех на своем канале. Мы начинаем очередную серию по сборке вертолета Mi-8 MT от фирмы ARC Models в 72 масштабе. В этой серии мы покрасим внутреннюю часть фюзеляжа в серо-голубой цвет и покрасим мелкие детали в различные цвета. Название всех используемых красок я вам покажу на экране. Итак, приступим к нашей покраске. We'll be right back.
Сейчас я буду. Заниматься покраской скамеек внезапно. Покрашу я стойки сначала, опорные, в серый цвет, тот же самый цвет, что и внутренние стенки фюзеляжа. И потом мы подкрасим еще ремни и застежки на ремнях. Так, приступим к покраске. Thank you.
Итак, подведем итоги этой серии, что было сделано. Покрасил я салон, внутреннюю часть, но что-то мне кажется, что этот очень темный цвет, не попал я в цвет, и я, наверное, его перекрашу в другой цвет, более светлый. Сильно темно-серый получился. Должен быть серо-голубой. Переделал я это все без... покрашен, наверное, без камеры. Это вот по салону, по фюзеляжу это я потом перекрашу. Дальше я, как я уже показывал, сделал я имитацию фар. Тут она почти высохла. Когда она высыхает, она становится прозрачным. Вот этот вот белый клей для прозрачных деталей. При высыхании он потом становится прозрачным. И тут уже почти видно уже по серебряную подложку под ним. Вот такие вот лампочки получились в салоне. Так, это вот по крыше, а это я аппарели, которые я вырезал из фюзеляжа, створки вот эти грузовые. И потом я на них сделал ребра жесткости, я использовал обычный пластик от йогуртов, от творога, можно доширак использовать. На всех упаковках, на которых стоит такое обозначение PS и цифра 6, это значит полистирол, и его можно использовать в нашем модельном деле. Не обязательно доширак, любая упаковка от йогурта, творога или любого молочного, других молочных изделий, где стоит просто на упаковке PS6, это значит наш материал, его можно использовать. Вот такие вот я полоски нарезал тонкие и потом вот так вот обклеивал, потому что то, что было, сильно мелко было. Тут вот, ну, не были ребра жесткости. Но какие-то они были сильно тонкие и малозаметные. Это я их просто загрунтовал еще, ничего не красил. Красить еще буду после этого, ну, вместе с вот этим, в один цвет покрашу. Дальше, что я хотел сказать еще. На эту серию мы закончим. И нашу работу продолжим уже в следующей серии. Будем начнем работать с двигательной установкой вертолета. Планирую я делать, ну, не планирую, я уже решил сделать один двигатель раскапотированный с открытым капотом и с имитацией двигателя. Двигатель буду использовать из набора от Ми-24. У меня есть набор еще. И оттуда буду я некоторые детали использовать в постройке модели. Ну, все фотодравление, которое я не знаю, которое должно еще приклеиваться цветное, по кабине, я, наверное, приклею без камеры, потом покажу результаты только. Но это все будет в следующей серии. Ну а на этом я, наверное, прощаюсь с вами. Всем, кто смотрел, кому понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
фотографии я буду добавлять в мою группу ВКонтакте. Все буду, ссылка на группу будет есть в описании под видео. Ну, на сегодня всем спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале.